І до новин Одеси. На 13-й станції Фонтану внаслідок робіт по забудові склонів відбувся зсув ґрунту. Масштабності цієї ситуації додає той факт, що це сталося біля газопроводу. Більш детально дізнаємось від голови ГО «Зелений лист». З нами телефоном Владислав Балінський. Владислав, я вітаю вас. Добрий вечір, Євгеній. Добрий вечір. Наскільки знаю, ви виїжджали на місце, де стався зсув, і своїми очима оглянули ту ситуацію, яка сталася. Чи дійсно там буквально кілька метрів до катастрофи було? Ну, на самом деле, речь йде о возможном повреждении газопровода. Поэтому, конечно же, фактически ситуация, которая могла привести к техногенной катастрофе, потому что в случае нарушения целостности этого газопровода газ пропан-бутан под давлением мог загореться, и, конечно же, могли пострадать люди. Если вспомнить про этот объект, про строительство на 13-й станции, это скандальный объект, где первоначально компания «Энтергалбуд» спилила целую рощу, там больше 180 деревьев, вы помните. А впоследствии город своими решениями, а именно конкретно управление инженерной защиты, обеспечили как бы крышу для застройки этого места и заодно обеспечили подъездную дорогу, строительство подъездной дороги под видом организации берегоукрепительных работ, что, в общем-то, весьма возмутительно. И хочу напомнить, что собственником этой компании является бывший депутат Зюбик, который возглавлял депутатский комитет по строительству. То есть вот так вот у нас застраиваются склоны. При этом все департаменты городские способствовали этому, и занимаясь изменением назначения земли фактически, потому что первоначально участок продавался в открытых аукционах и предназначался, назначение было указано под малоэтажную коттеджную застройку. Но в последующем там строится, по крайней мере по проекту компании «Энтергалбуд», должен возводиться трехсекционный длиннющий дом девятиэтажный, который преградит проход к морю. Вот. Действительно, опасность, ну, по моему мнению, вызывает то, что работы начаты, и они сейчас не продолжаются. При этом ведь склон фактически это является инженерным берегозащитным сооружением. Они уполаживались, эти склоны, когда-то на это утрачивались большие средства, и сооружались водосборные галереи подземные и верхние лотки водосборные при в случае раскрытия такого склона. Вот сейчас, если пойдут дожди, это может привести к техногенной катастрофе, к развитию этого процесса и к подвижкам грунта, который нависает над срезанным участком, вплоть до плато, где уже располагаются жилые дома. Поэтому мы помним, как это было на 9-й станции Фонтана при сооружении пешеходной эстакады. Здесь такая опасность тоже есть. Владиславе, дуже коротко, зважаючи на цю ситуацію, яка склалася, чи не здається вам, що мала бути реакція термінова, причому від міського голови, від відповідних служб? Да, конечно, конечно, должна быть реакция, потому что тут, во-первых, очевидно, ну, коррупционная составляющая, во-вторых, это, ну, опасность для граждан. Поэтому здесь должна быть реакция, которая выражается не только озабоченностью, но и конкретными действиями. Спасибі за ваш коментар. Владислав Балінський, голова ГО «Зелений лист», був з нами телефоном. Я нагадаю, що на 13-й станції Фонтану стався зсув ґрунту чи внаслідок будівельних робіт. Все це сталося поблизу газопроводу. І вчора в ефірі 7-го телеканалу традиційно вийшов в ефір прожектор. Говорили про земельну реформу. Дискусія була непростою. Тому далі невеличкий фрагмент. Я, например, совершенно не уверен, что вот этот закон, он не противоречит 14 статье Конституции. Нужно, на мой взгляд, решение Конституционного суда, соответствует он или не соответствует. А если соответствует,
Конституции действующей, то тогда нужны экономические обоснования, не эмоциональные решения, что вот есть рынок, нет рынок, где наша наука? У нас же есть экономическая наука. Одразу п'ять піднятих рук. Такая реакция на ваши слова. Адвоката почуємо, тому що... Где экономический анализ? Где? Александр. Сейчас мы сделаем. Александр. Небесный. Была... Где? Покажите. Сейчас покажите, где у президента, где у Верховной Рады. Нет экономического анализа. Сейчас мы вам сделаем. Ваш частный анализ. Це не закон, це просто законопроект, про який проголосували в першому читанні. Ще дуже багато може змінитися, потім президент підпише, не підпише, а потім у нас, ви правду сказали, що лише Конституційний суд може сказати, протлумачити цей закон. Конституційний він чи не конституційний? До того, поки Конституційний суд не визнав його неконституційним, це є законом. Тому, що маємо, то маємо. Я знову додам, що дискусія у ток-шоу «Прожектор» видалася не простою, але досить цікавою. Якщо ви раптом пропустили вчорашній ефір «Прожектора», його ви можете подивитися вже на сайті 7-го телеканалу, або на YouTube 7-го телеканалу, або ж зайшовши на сторінку ток-шоу «Прожектор» Facebook. Ну, я вже у сусідній студії, де я радий вам представити нашого гостя. Це політехнолог Сергій Гайдай. Добрий вечір.